Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим тайский супчик. Сейчас я расскажу о всех ингредиентах, которые мы с вами будем использовать. Возможно, многие из них вы будете видеть первый раз. Это батат. Батат завоевал весь мир своими вкусовыми качествами. Сегодня мы с вами будем также использовать карри. Я хочу вам показать и представить вот зеленый карри. Это карри производится в Таиланде. И красный карри. Прошу не путать индийский карри и тайландский карри, потому что это совершенно два разных продукта. У них совершенно разный вкус. Вот посмотрите, например, как выглядит красный карри. То есть здесь перемолоты различные травы и специи до пасты. Также кокосовое молочко. Ну, об этом вы все прекрасно знаете. Его производят из кокосового ореха. Сегодня я вам хочу представить новое масло. Уже традиционно у нас с вами получается, что почти каждое видео я рассказываю о каком-либо новом масле. Итак, это кокосовое масло. Этому маслу можно петь дифирамбы бесконечно. Я бы так сказал, что это одно из самых полезных масел, на котором можно жарить. Оно выдерживает температуру в среднем 230 градусов. Но главное его преимущество – то, что оно на 92% состоит из насыщенных жиров. Что это значит? Это те самые жиры, которые при нагревании не разрушаются. Они сохраняют все практически питательные элементы, которые находятся в этом масле. Посмотрите, как оно выглядит. У него достаточно плотная структура. Вы можете использовать это масло вместо маргарина, когда делаете свою выпечку. Вы можете на нем жарить мясо, ну все что угодно. Сегодня мы будем жарить наши овощи для того, чтобы приготовить супчик. Следующий момент. Опять кокосовая тема. Кокосовый сахар. Этот сахар обладает нереальным ароматом, вкусом. Прям вот настоящая карамель. Вот посмотрите, как он выглядит. Он, конечно, достаточно дорогое удовольствие. Если вы его купите и будете использовать для кофе, поверьте мне, ваш кофе раскроется невероятными красками. Следующий продукт, который бы я хотел вам сегодня представить, и который мы будем сегодня использовать, это фонгтом. Это креветочные чипсы, сделанные на основе тапиоки. Я вам сказал, что они креветочные. Да, действительно, здесь 20% высушенных креветок. Вы посмотрите, каким образом мы с вами их будем использовать. В Азии их обожают в качестве снека, ну, то есть перекуса. Очень хорошо они сочетаются с пивом, ну, и с другими напитками. Они делают эти чипсы, макают их в различные соусы и наслаждаются жизнью. Давайте начнем готовить. У меня здесь 1 килограмм красного картофеля. Чистим его. 2 морковки. Кстати, вкус у батата, если вы не пробовали, он чем-то похож на морковь и на тыкву. Но, тем не менее, он обладает своим уникальным вкусом. Его можно кушать как в запеченном виде, вареном. Из него делают супы, из него делают пудинги. Различные спиртовые напитки, особенно в Латинской Америке. Просто невероятное количество блюд, которые можно приготовить из батата. Его даже едят сырым. Режем достаточно крупными кусочками. Сейчас мы все это будем запекать с вами в духовке. Следующий момент. Рисовый уксус. Буквально столовая ложка. Мед. В среднем полная столовая ложка. Можете положить 2. Рыбный соус. Тайский рыбный соус. Чайная ложечка. Соевый соус. В среднем 2 столовых ложки. Оливковое масло. 2 столовые ложки. Кокосовый сахар. Полная столовая ложка. И буквально пол чайной ложечки красный карри. Много не ложите, потому что мы будем использовать карри еще в других процессах приготовления супа. Все это смешиваем. Разогреваем духовку на 200 градусов. Так, давайте попробуем.
Великолепно. Невероятно вкусно. На лист. И ставим духовку на 200 градусов, в среднем на 25 минут. Нам необходимо так, чтобы наша картошечка, ну, скажем так, наш батат, подрумянился и стал очень такой красивый, хрустящий, полный вкуса. Но я вам покажу. Итак, прошло у меня 35 минут. В принципе, ее уже можно кушать. Если вы не любите тайские специи, такие как вот рыбный соус, например, можете не добавлять. Добавьте только, вот как я показал, оливковое масло, соль, сахар, мед, уксус, вино. Не забудьте посолить. Я лично не солил, как вы помните, потому что я буду доводить суп уже, когда он будет готовый. Поехали дальше. Я откладываю несколько картошечек. Позже вы увидите, для чего. Убираю в сторонку. Картошечка нам пока что не нужна. Убираем ее. Включаем плиту. Сейчас мы с вами будем продолжать обжаривать овощи. Нам понадобится пол красной луковички. Режем ее произвольно, потому что это будет суп-пюре. Небольшой кусочек имбиря. Головка чеснока. Это может быть в среднем 6-8 зубцов. Кусочек сельдерея. И всю эту историю сейчас мы с вами будем обжаривать. Наше кокосовое масло. Нам нужно все это дело обжарить до злата. Так, чтобы наши овощи раскрылись и дали свой вкус и аромат. Этого достаточно. Аромат, ребята, бомбический. Добавляю немножечко красный карри. Помните, он очень острый. Ну, в принципе, если вы любите остренькое, добавьте. Где-то 2 столовых ложки соевого соуса. Сухое белое вино. И пришло время нашу картошечку. Все сюда. Мы готовим вегетарианский суп. Там будет овощной бульон. Ну, вы все прекрасно знаете, как его сварить. Берете различные овощи, заливаете водичкой, доводите до кипения, снижаете температуру и варите в течение 30 минут. Потом процеживаем и получаем замечательный, скажем так, вот такой овощной настой. Следующий момент. Нам нужно кокосовое молочко. Вот, вот, видите, чего я добиваюсь? Вот такого легкого нагара. То есть вот именно свет даст окончательный вкус нашим овощам. Потому что вы же понимаете, если просто овощи будут вареные, вкуса никакого не будет. Вот как у этого бульона, у него нет вкуса. Но тем не менее он даст нам то, что нужно. Молочко смешал. Я оставил для себя буквально 4-5 столовых ложки для того, чтобы украшать нашу тарелочку. Здесь у меня в среднем 400 мл. Все заливаем сюда. Добавляем бульон. Стандартный половник. Соль. Где-то пол чайной ложки. Когда мы сделаем с вами уже окончательную версию супа, возможно, мне понадобится добавить еще немножко бульона и соли. Замечательно. Доводим суп до кипения. Я довел суп до кипения. Ребята, ставьте фритюр. У меня здесь в среднем 1,5 литра рисового масла. Так, давайте сделаем пюре. Добавляем наш бульон. И добиваемся вот той самой правильной консистенции супа-пюре. Он не должен быть слишком густым, но и слишком жидким. Вот так вот, вот смотрите. Я добавлю весь бульон. Ну а теперь давайте доводить. Если вы помните наших предыдущих видео, я никогда не рекомендую, скажем так, пробовать из кастрюли и сразу в рот и обратно, потому что все-таки порция большая. Но в нашем случае я могу себе это позволить, потому что наш суп еще мы доводим, это первое. И второе, я этот суп буду доводить до кипения, поэтому, в принципе, это не страшно. Замечательно. Все доводите. Доводите все по своему вкусу, но пересаливать это плохо, поэтому не горячитесь. Лайм, сок лайма. Сейчас мы с вами будем смотреть. Я выдавливаю для начала половинку лайма.
Все у нас с вами должно быть гармонично. Не сильно кислое, не слишком соленое, не сладкое и не сильно острое. Все должно быть, знаете, вот золотая нить. Так, чтобы человек, когда будет кушать ваш супчик, он сказал: «Мамма мия, это что-то невероятное». Нужно добиваться именно вот этой гармонии приготовления своих блюд. Вот. Замечательно. Замечательно. Наш суп готов. Я ставлю его на плиту и буду доводить его до кипения. Пока наш суп доходит до кипения, мы закончим приготовление других ингредиентов. Я довел фритюр до 180 градусов. Сейчас мы сюда с вами положим зеленый лук. Причем очень много зеленого лука. Видите, сколько? В Азии повсеместно делают масло со вкусом различных овощей. Лука, чеснока, моркови. Это норма для азиатской кухни. И сегодня мы с вами тоже сделаем такое масло. Вы помните, как я вам говорил, никогда не работайте с маслом, температуры 200 градусов, мокрые руки, инструменты, все должно быть сухим. Сконцентрируйтесь, в этот момент не отвлекайтесь, не разговаривайте с друзьями, если вы готовите что-то во фритюре на своей вечеринке. Не пейте алкоголь, будьте внимательны, потому что действительно это очень и очень опасно. Я сюда бросаю также четвертинку красного лука и белого. Вы скажете: ну блин, какая разница? Дело в том, что каждый лук обладает своим вкусом. И вот мы с вами делаем усиленный аромат и вкус вот именно лукового масла. На основе этого лукового масла мы сейчас с вами будем делать чили. Сейчас мы с вами сделаем луковый чили ойл. То есть масло со вкусом лука и чили. Это у меня обычный чили. Я вот покупаю в магазине, видите, вот написано mild. Это значит, он не очень острый. Если будет написано hot, значит, это очень острый. Скорее всего, для нас, европейцев, это неприемлемо. Поэтому берите чили, который не будет слишком острым. Я добавляю сюда 2 столовых ложки. И когда наше масло будет готово, мы зальем этим маслом наш чили. Вот лучок наш подходит. Еще немножечко. Нам нужно так, чтобы он был совсем уже такой румяненький. Пока он доходит, берете пучок свежего кориандра, меленько рубим. Мой супчик уже закипел, и этот свежий кориандр, калиантро, мы пустим в свободное плавание в наш суп. В Азии обожают кориандр. Просто это один из главных ингредиентов азиатской кухни. Так, суп закипел, кориандр смешали. О, боже, какой аромат. Итак, ребята, суп готов, закрываем крышечкой. Больше его не подогреваем. Пусть настаивается с кориандром. Так, здесь подходит наш лучок. Он у нас должен получиться такой хрустящий. Но важно, опять же, его не сжечь. Потому что если он будет черный, он будет горчить. Вообще, вся эта процедура занимает в среднем минут 10-15. Поэтому, в принципе, вы за это время, как я уже говорил, оптимизируйте свою работу. Не надо ждать 15 минут и после этого греть свой суп. Нет. У вас греется масло, вы жарите свой лучок, одновременно вы рубите кориандр, готовите другие ингредиенты, подогреваете суп, и буквально в течение 15-20 минут ваш супчик будет готов. Будем его вытаскивать. Тарелочку, бумажное полотенце. Лук этот ни в коем случае не выбрасывайте. Он может быть как специя для ваших будущих азиатских блюд. Добавьте его в лапшу, добавьте в рис, да просто в яичницу. Это просто чудо. Луковое масло готово. Следующий этап, в принципе, вы можете его охладить, учитывая, что у нас рисовое масло. Оно может греться до температуры 250 градусов, а у нас было всего лишь 170-180 градусов. Значит, это масло можно использовать еще и еще. Но мы еще не закончили. Берем чесночок, рубим его вот так вот и отправляем в масло. Чесночок наш готов. Кусочек лука. И заливаем
нашим маслом горячим. Ну, вот, посмотрите, какая красота. Вы можете делать, конечно же, гораздо больше этого масла. И опять же, использовать для любых азиатских блюд. Мы это масло будем использовать с нашим супом. Я закрываю его крышечкой, пусть оно настаивается. Вот у меня арахис. Масло. Температура 180 градусов. Буквально 1-2 минуты. Потому что арахис может сгореть, учитывая то, что у нас уже высушены. Нам нужно получить тот самый правильный вкус, который любят в Азии. Из ореха выходят остатки влаги, которая осталась после предварительной сушки. Вот обратите внимание, орех начал открываться. Видите, внутри? Это говорит, что все, ему хватит. Вытаскиваем. Емкость опять же с полотенцем бумажным. Соль. Пусть остывает. Друзья, идем к финишу. Я начинаю готовить наш стол к подаче. Это наш чили ойл, наше масло. Жареный лучок. Посмотрите, он какой красивый. Не забудьте регулярно менять бумагу под ним, так, чтобы лишний жир с него тек. Затем нам понадобится соус хойсин. Тоже один из любимейших соусов в Азии. Это наш жареный арахис. Видите, какой красавчик? Так, много мне не надо. Он у нас соленый, поджаренный. Невероятно вкусный. Вы можете его точно так же жарить. И с пивом. О, балдеж. Просто вкуснятина, нереальная вкуснятина. Мы уже по такому принципу с вами делали миндаль. В принципе, вы можете любой орех делать точно так же. Многие из вас скажут: ну блин, эти азиаты, у них столько ингредиентов. Да, ребята, они эксперты вкусно покушать. Пришло время поджарить наш пунктом. Бросаем в раскаленное масло. Ну вот такие вот расчудесные у нас с вами чипсы получаются. Пожарьте их буквально несколько секунд. В принципе, они готовы, их можно сразу вытаскивать. Но мне нравится, когда они слегка, знаете, вот приобретут цвет. Вы можете посыпать их солью и с пивом. Можете использовать различные соусы, типа хойсин. Вы можете использовать соус, который предназначен для спринг-роллов, вот для рулетиков. Кстати, ребята, в ближайших видео я покажу вам, как сделать самостоятельно соус для спринг-роллов, тесто для спринг-роллов и вообще сами роллы. Все это будет невероятно вкусно. Наш супчик готов. Посмотрите, какая красотуля получилась. Вместо хлеба мы с вами будем кушать вот такие вот замечательные хрустики. Вы, кстати, можете их готовить отдельно и подавать их в качестве канапе за праздничный стол. Ну что, давайте попробуем. Прям вот так вот все вместе. Да? Орешки, наш батат, жареный лучок. Нереальная вкуснятина. Очень, очень вкусно. Невероятный букет всех наших трав. Жареного лука. Лайм, как он там освежает. В общем, попробуйте, сделайте.
и сами все поймете. Ну, супчик, посмотрите. Замечательный, красивый, достаточно легкий. Наслаждение для вегетарианцев. Ну, давайте попробуем. Вы себе представить не можете. Вот это красный карри, он дал такой букет. Просто взрыв мозга. Нереально. Нежный, шелковистый, легкий. Вообще, это, скажем, будет украшение вашего праздничного стола. Попробуйте приготовить что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Ну, друзья, на сегодня все. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было тоже интересно, полезно. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока!